Всем привет, уважаемые подписчики и зрители, с вами Синеман. Продолжаем проходить игру Dead Island Definitive Edition. Так, ну что же, направляемся мы клеить очередное объявление на стене. И по дорожке убьем, конечно же, парочку, а может быть даже больше убьем замечательных зомбарей. Ух ты, ну-ка, бабулька. Тебе конец, урод! Ты смотри, какая. Ох. Вот так вот. Топором всех. Завалим. Нашли мы тут топорик отличный такой прямо. Под названием Изгонятель. Вот этот топор. Вот мы. Именно им мы и рубим этих зомбированных. А можно еще кинуть просто? Вот так. Вот его все. Также нашли, конечно же. Да что такое-то, ну. Также нашли, конечно же, еще другие всякие вещи. Да, и без записи я выполнил один квестик. Так уж получилось. Так уж у меня прям получилось его выполнить. Без записи. Помогли мы одному человеку. Убили очень плохих людей в доме. Которые заняли дом этого человека. Ну, какие-то бандюганы. Мы их убили. Какие-то, давай просто так мы порежем и все. Никаких проблем. Вот так вот. Замечательно. Вот. Выполнили мы этот квест и наполовину выполнили еще один. Под названием Радио Гага. Нужно было помочь этому мужику. Вот на складе. Найти для него электротовары. Вот мы уже их как бы нашли. И несем их обратно. Вот именно так же вот в этом месте. Так, у нас тут. Не вижу. Все понятно. Давай, бабуля. Подожди. Дай смотри. Сколько что? Этому ублюдку конец. Конец уже вам, ребятки. Бежи от меня. Подарочек. Вот подножка. Замечательно. Все. Живой. Еще живой, гад. Он теперь же умер. Вот, и в этом же магазинчике, где мы нашли эти вещи, всякие там детали и прочее, мы нашли еще и запись следующую. Под номером 5. Давайте послушаем. И слушать ее, к сожалению, можно только вот отсюда. Если мы выйдем, она... Запись эта оборвется. Мне так жаль, Карл. Мне очень... Очень жаль. Я знаю, что... Я мало времени уделял тебе с Джеки. Я знаю, что был не самым хорошим мужем и отцом. Я знаю, ты говорила мне, что я все время в разъездах, всегда в работе. Но я пишу это для тебя. Я надеюсь, что кто-то найдет эту запись. Потому что у меня осталось очень мало времени. Я прячусь в маленьком магазине. Они не знают, что я здесь, но я слышу их. Они ищут меня. Джейком, мне очень жаль, что я больше не увижу тебя. Не увижу, как ты играешь в бейсбол. Не помогу тебе сделать уроки. Да, ну вот такое было сообщение именно для семьи этого человека. Вот мы именно нашли это сообщение. Так, ну что же, а тем временем мы уже подошли, уже почти что подошли. Ух ты, к этому стенду, где мы повесим следующее объявление. Давайте-ка, ребята, все-таки возьмем уже что-то помощнее, потому что палочка уже довольно-таки слабенькая. Для таких-то прямо зомбарей мощнецких. Возьмем вот топор, давайте. Да, видишь ты, блин. Ну, держи от меня. Вот так. Вот я понимаю, топор. Всех прям сразу изгоняет. Вот и все, мужик. Отдохни. Ты смотри. Хотел меня еще ударить, видишь ты. Не тут-то было. Вот. Серпом тебя прямо по шее. Какой ужас. Вот нашли, кстати, полицейскую дубинку, но... Довольно-таки она слабенькая.
Попозже мы найдем помощнее дубинку. Осторожно, мужик. Не упади. Как мы его ужасно прямо зарезали-то, да. Вот это ужас просто. Лежим. Приклеиваем. Аккуратненько. Ну вот и все. Вот. Повесили мы все постеры. Как вы понимаете, несколько я повесил без записи. Ну, чтобы, грубо говоря, однообразное задание мы выполнили поскорее. Так, ну что же теперь? Давайте глянем. Ну-ка. Давай-ка, мужик, глянем. Посмотрим. Вот тут еще люди есть. Вот, побежим сейчас к этому человеку. Отнесем ему запчасти. Вот, ну и давайте, видимо, все правильно продолжим. Именно уже, скорее всего, у него, наверное. Ну или прям чуточек прогуляемся, давайте. Пробежимся по этому вечернему городку. Вот, где ты? А, вот ты бежишь. Вот ты, мужик, бежишь. Мы-то сами бежим, или что мы делаем? Вот, смотри, ты что, живой, что ли? Нет, все-таки умер. Все-таки умер, ребят. Да вот ты, мужик, что ж ты такой мощный-то, вроде как не особо же плотный. Падать не хочет. Вот, так, отлично. Сдохни, гад. Так, где наш... Где же наш серп? Вот он. Варварский. Отличненько. Пробежимся немножко по городку. Так, секунду. По-моему, тут где-то можно было попить немножко напитков. Чуточек освежиться. Но, похоже, что не здесь, видимо. Вот, люди горят. Осторожнее. Отлично, завалили. Ложись уже, куда ж ты прям на меня полетел? Вот. Отрубай нога. Все, готовы. Отличненько. Продолжаем путешествие по городку. Кто там был? А, вот кто. Ну, как ребята. Вот. Готов. Замечательно. Ну видите, вау, что ж такое, ну, мужик? Что ж ты не падаешь-то? Ну и вот добрались мы уже до этого склада. Давайте отдадим этому Карлу инструменты. Всякие различные, вот он. Отлично, то, что надо. Надеюсь, это поможет нам всем спастись. Я тоже надеюсь, получили мы. Вот еще большой колун получили. Ну, в принципе, особо нам ни к чему. Попозже мы его продадим кому-нибудь. Вот. Сейчас попозже мы поговорим с другими людьми. Ну-ка, секунду. Нашли что? Простите. Так, а что тебе уже нужно-то было, уже не помню. С этим попозже поговорим. Тут что нужно? Нашли? Нет. Это мы уже помогали. Лучше. Тут у нас, грубо говоря, регулярное задание. Этому нужен был отбеливатель. Человеку. Поможем этим беднягам, да, Тавину. Обрести покой. За это он нам сделал гранатки из него. Сообщите, если найдете, что полезное. Да, этому нужен был алкоголь. Флоренсио, да, вот Моралес. Вот мы, в принципе, сами можем сделать этот молотов, поэтому никакого мужика алкоголя тебе больше не будет. Так, что тут? Прошу вас. Вот. Смотри, там Карла, здесь Карла. Простите. Проди, мужик, сперва. Дама. Мой ингалятор почти пуст. А без него я задохнусь. Кошмар. От стресса из-за всего этого... Еще сложнее дышать. Мне еще хуже. Я знаю, что почти все аптеки разграблены. Но если вы найдете хотя бы наполовину полный ингалятор, вы меня спасете. Ну что ж, давай. Давай попробуем. Да. Спасибо. Не знаю, насколько не хватит этого. Все, поможем. Не волнуйся. А вот первый. Точнее, последний. Последний вздох. Я не могу дышать. Еще и два местечка нужно осмотреть, да, вот пожалуйста. Две аптеки. Мужик, ну тебе-то что нужно? Ты видишь, женщина умирает уже.
Нас было несколько, но на нас напали мародеры. Я бежал, и мне кажется, что я единственный, кому это удалось. Один из этих ублюдков забрал мой бумажник. Все мои деньги, кредитная карта, паспорт и фотография моей дочери. Она осталась в Нью-Йорке. Она единственная, ради чего я живу. Я здесь по работе. Обещал ей, что вернусь к ее 10-му дню рождения. Я так часто ее огорчал. Я не хочу нарушить это обещание. Вы поможете мне найти этих ублюдков? Давайте поможем найти этих нехороших людей. Они напали на нас в аптеке, недалеко от канала. Ты смотри. Вероятно, они все еще там. Прямо в этой же аптеке, прям духа. Сделайте это. И я вам хорошо заплачу. Ищите. Обещаю. Ищу, стараюсь, как только могу. Всем поможем обязательно. Обязательно всем поможем, кому только сможем. Так, ну сперва, как вы понимаете, мы отправляемся именно... А вот, кстати, ну-ка, секунду. Давай вот так прям сделаем. Вот церковь. Давай-ка прям туда полетим. Вот мы уже прилетели. Осторожнее, ребятки. И вот подойдем к этому человеку. Вот. Бруно. Мы для него уже нашли инструменты. Без записи я сбегал на эту насосную станцию и уже все нашел. Благослови вас Бог. Инструменты очень нам пригодятся. Вот, опять если ничего не сказали. Если вы не против, помогите нам снова. Мужик, ты что, издеваешься? Что же тебе надо? Давай попозже, мужик, видимо, давай. Чуточек попозже. Бежим именно сперва в аптеку. Давайте вот именно на склад сперва. А потом уже в аптеку. В ближайшую. Давайте посмотрим, где они тут находятся. Эти аптеки, да, кстати, улучшим. Улучшим себе, давайте. Так, что это? Вот, давай-ка. 15% здоровья в минуту. Восстановим. Так, вот последний вздох. Вот, побежали. В ближайшую аптечку и поможем этой женщине. Вот, совсем прямо рядышком, давайте. Ну-ка, ребятки, что же вы тут забыли-то? Видимо, тоже вам нужен был ингалятор. Осторожнее. Мадам. На колени. Ты смотри. Вот. Чего не пришел? Нет, уж мужик. Не выйдет ничего. Тут ты и подохнешь. Кошмар. Так, чтобы взять другое, давайте вот. Изгонятель возьмем. Изгоним кого-нибудь отсюда, прямо из этой аптеки. Ну-ка. Не попали. Поточнее нужно быть. Я красота. Мышку-то вообще двигать-то будешь или как? Вот. Куда, бабуля? Ужас! Раскольников отдыхает. Не шути со мной, паскуда! Какой кошмар. Так, иначе убили бедную бабушку. Еще один представитель. Он прямо ему по спине хорошенько. Да. Ну-ка. Проверим. Проверим, что у нас тут. Глянем. Тут пока ничего. Ингалятор, видимо, здесь. Вот он. Замечательно. Так, ну и судя по всему, что? Судя по всему, мы, видимо, возвращаемся обратно. Да, все нормально. Вот нашли мы. Нашли мы этот ингалятор, и больше уже нам не нужно. Иди в следующую аптеку. Очень хорошо. Нашли что? Нет, ничего. Простите! Сделайте это. И я вам хорошо заплачу. Обещаю. Мы его нашли. Спасибо. Огромное спасибо. У меня тут остались болеутоляющие. Возьмите. Хорошо, спасибо. Болеутоляющие получили мы. Так, ну, значит, помогли мы этой женщине. Но что-то мы как-то забыли про другого человека в церкви-то. Совсем прямо забыли про него. Ну-ка, ну, вот именно про этого-то. Мы же объявление-то развешивали, вот он. Спасибо.
Одна только мысль о том, что они где-то там. Где-то там? Ух ты, модификация импульс. Ну-ка, проверим. Сможем ли мы что-нибудь модифицировать? Если вы не против, мужик, ну, я помогите против, нам подожди. Снова. Секундочку, обожди, дорогой. Так. Нет, импульс пока не работает. Да, пока не хватает нам провода и изоленты, к сожалению. Так, ну ладно. Тогда, в принципе, ладно. Вот тут мы можем, если что, по идее, модифицировать. Видите, написано бан. Очень любопытно, бан. Хотя, в принципе, это топор. Вот такой изгонятель. Почему-то он называется именно бан. Надо будет запомнить. Кому ставлю бан, то, грубо говоря, сразу моментально голову с плеч, как бы. Ну ладно, попозже это мы не будем пока делать. Возьмем что-нибудь другое. На этот топор сделаем какую-нибудь другую модификацию. Отправляемся обратно на склад. Хотя, в принципе, давайте посмотрим. Ну-ка. Секундочку, вот фотография. Дочери Джека. Где же она? Да, далековато отсюда. Давайте подойдем поближе к ней. Ну-ка, вот уже поближе мы находимся. Вот, давайте попробуем именно ее и найти. Побежали, ребята. Бежали прямо по этому замечательному городу. Дождевому. Бежим прямо к этому домику с фотографией. Ну-ка, мужик. Вот такой наглый человек. Засел прямо за решеткой и продает свой товар. И покупает, конечно же. Давайте вот продадим ему различные вещички. Это нам, в принципе, ни к чему совершенно. Вот. Все, продаем. И это тоже, в принципе, уже продадим. Давай-ка. Так. И вот это даже, видимо, тоже мы продадим, да. Освободим местечко. Так, вот любопытно бы кому-нибудь поджечь, либо взорвать. Проверим, что же вот это такое? Зажигательная граната. Давайте-ка проверим, что это. На ком-нибудь. Аккуратненько идем, пока никого прямо рядышком не вижу я. Совершенно прямо никого тут нет. Усующий базар. Может, тут что-то есть? Может быть. А вот человек, кстати, одинокий. Бродяга. Ну, ты еще и бежишь. Ты еще и бежишь на меня, мужик. Еще один какой-то. Тоже бродяга. Давайте, ребятки. Поближе. Туда вот. Куда что отворачиваешься? Вот что это значит. Ну что ж, отличная вещь, в принципе, смотрите прям там. Вот это да. Вот это вещичка, я понимаю. Отлично. Попозже ее используем. Берем в руки топорик. Так, секунду. Немножко я не собран. Ничего. Там никого. Никого за углом. За углом никого, это мы, видимо, продадим, да. Мачете. А, кстати, ребятки, мачете. Вот. Мы же уровень-то получили новый. Вот и давай. Вместо, например, чего, палочки какой-нибудь возьмем. Так, палка-гвоздь. Особо нам уже ни к чему. Давай, вот мачете сюда. Проверим его в деле. Это мачете. На ком-нибудь тоже. А куда-то бежим. Ух ты, а вот, да, вот эти гады-то, да, вот они. Вот эти сволочи, которые отобрали деньги, да еще и фотографию. Ну смотри, ты еще не умер. Нет! Мужик ко мне прям бежит. Куда ты? Гаденыш, чтоб... Ну-ка задави его там. Да вот тебе уже, вот, мужик, что ж, такой мощнецкий, что прям, смотрите, что сделал со мной. Ну сейчас мы... Ребят, вы что, сговорились там вообще, что ли, я понимаю, или как? Такое ощущение, что сговорились. Люди, видите, за мной прям бежит, да? Давай, хорошо. Ну, сейчас тебе, давай. Черт возьми. Вот и все. Собрался, конечно, меня убить. Видишь, ты, брат, какой. Сейчас что этого подорвем. Давай, помогу, здесь. Вот ты. Держи от меня. Подарок. Ну-ка, взрыв.
Эх, что-то как-то, по-моему, далековато кинули немножко. Хотя у него мужик горит. Нормуль. Вот и все, по-моему, он умер. Ну а где же ток? Где же ток, ребят? Почему же нету тока-то? От мачете. Где жаль. Ну, денежки получили мы. Мужик, сейчас мы тебя убьем, подожди. Расслабься. Сейчас мы тебя приготовим. Где ты, брат? Ну. Покажись. Вот ты, подонок. Мочи! Мочи этого человека, вот. Вот и все. Вот мы уже добрались. Кто ж там такой? А, за забором. Кто-то ходит. Вот добрались мы до этого района. Ну и где же тут что? Нашли ID. Нашли денежки. Осторожненько. Так. А вот и семейный сувенир. То бишь фотография. Вот она. И вот мы уже находимся прямо на складе. Моментально мы так прям переместились. Ну давай, мужик, хорошо, на тебе. Вот, алкоголь. Простите. Три штучки еще. Погоди. Вот он, Джек. Спасибо. Я держусь только благодаря этой фотографии. Так, получили опыт, получили модификацию парализующий удар. Давайте проверим, что это такое. Ну-ка. Ну-ка. Секунду, мужик. Что же это такое? Вот, можем уже сделать. Ну-ка, ну-ка. Серп и изгонятель. Давайте вот. Изгонятель. Сделаем, наверное, я думаю, да? Может, конечно, в принципе, и серп. А, тут у нас уже есть, в принципе, травмирующий, то бишь. Может, что ли, прямо сразу. А, нет. Я перепутал, извините, ребятки. Давайте лучше изгонятель. Вот так вот. А еще и можно и серп. Ну давай. Нормально. Будем и серпом, и молотом, и всем чем угодно. Все это делать. Починим давай еще немножко. Вот, паралич. Паралич и паралич. Отлично. Очень даже неплохая модификация, знаете ли. Попозже мы вам ее продемонстрируем. Вот, а теперь отправляемся именно снова в церковь. Сообщите, если найдете, да. Вот давайте узнаем, что же хотел тот именно человек. Извините, ребят, что это комиссия, потому что мне уже сложно, я уже не могу. Так. Вот. Если вы Бруно, не против, я теперь уже не против. Помогите давай нам снова. Что же за помощь-то? Есть. Нет гвоздей. Я облазил всю церковь, ничего. А без гвоздей мы не сможем заколотить ни двери, ни окна. По-моему, тоже регулярное задание. Ну-ка. Это я могу. Поищите в округе. Осмотрите тела тех, кого уже нет в живых. Может быть, вам улыбнется удача. Посмотрим, может быть, улыбнется. Вот мы уже нашли гвозди, да? Ну-ка. Секунду, ребятки. Задание. Три гвоздя. Ну да, видите, регулярное задание, поэтому на самом деле, по идее, это вроде как и не надо, я думаю. Мы же хотим сделать какую-то модификацию с ними. С этими именно гвоздями. Поэтому пока, видимо, гвозди мы не будем ему отдавать, мужик. Извини. Возвращаемся обратно. Что такие небольшие глюки? То зеленые, то черные. А ничего, ладно, бери. Уже неплохо. Ух ты. Но если найдете еще, тащите их сюда. Ну, мужик, нет, извини. Хватит. Достаточно. Так, продолжаем снова запись. Вернулись мы обратно на вот этот вот именно склад. Давайте узнаем, простите, что вот нужно этому Квану. Ну-ка. Ну-ка. Я Куан. Мы с братом приехали из Кореи на заработки, чтобы отсылать деньги нашим семьям. Прямо истинный кореец. Я вышел из дома, чтобы купить еды. А эти твари накинулись на меня. Так. Если бы не Ник, я был бы мертв. Это он принес меня сюда. Но мой брат все еще прячется в квартире. Наверное, он думает, что я мертв. Он там совсем один. Ему грозит опасность. Вы можете найти его и привезти сюда. Прошу. Ну что ж, это я могу. Почему нет? Мне нечего вам дать. Но у нас дома есть деньги. Вы можете взять их.
Мы живем на Сехат-стрит, дом 13. Прошу вас, найдите моего брата. Так, ну давайте поищем. Кровные узы. Да, кровные узы. Поищите брата Квана. Вот где же они? Где же дом-то вот? Какой-то там Сехат-стрит. Дом 13. Где же он? Почему же вот не отмечен-то? Где же его именно искать-то? Почему же проблема-то вот? Не понимаю. Где же домик-то вот? Красненькое это. Кружочек должен быть, по идее, красненький. Или еще что-то. Где же этот дом-то вот гадский? Так, продолжаем запись. Вот она, появилась метка. Нам нужно было просто зайти в какой-то либо домик. Вот, и появилась уже метка нормальная. Идем к этому дому, где живет брат Квана. Давайте пробежимся. Так. Ух ты, там, похоже, товарищ Таран. Мужик, запрыгивай на машину быстрее. Тебя же убьют. Да черт. Что ж мы не можем залезть? О, давай уже, ты же мужик, запрыгивай. Вот, отлично. Раз мужик, так запрыгнул, молодец. Вот аптека. Сейчас мы тебе, ребятам, давайте немножко дождем. Осторожненько. Где Таран? Неужели он зашел прямо в автобус? Ты че? Неужели так и есть? Не может этого быть. Не может этого быть, мужик, где ты? А вот ты все-таки. Вот туда себе. Держи. Ну ты горишь вообще или как? Похоже, он не горит. По-моему, да. 5000 бомб отбирает. Давайте все сюда, ребятки. Вот. Отличненько. Сейчас. Вот, на. Держи. Взрывайся! Вот так вот. Отличный мужик умер. Да, я понимаю. Конечно! Ну на тебе, бабка, на! Вот тебе бабули проклятые! Всех убьем! За следующий. Вот так вот. Вот так. И чё вот так. Это что, блин, бабулька? Смотрите, голова не отрезается. Что такое? От меня! Сволочки, а! Замечательно, убили. А тут что у нас было? Неужели ничего? Никого вообще даже... Ни гроша? Странно. Ну ладно. Не повезло. Так, значит, идем дальше. Идем, бабуля, дальше. Не получилось прямо так мачете прямо в стену. И голова уже отрублена. Почему-то не вышло. Очень жаль. Ну ладно. Так, значит, убьем. Нет! Да сдохни ты уже! Бабка. Вот, кто бежит? Кто бежит, летит? Что ж такое, не дошел я назад-то? Помешали мне там эти опоры. Вот. Ну мы будем вообще рубить-то или как, вообще не понимаю, что такое-то вообще, что за короткие мачете? Вот, так себе, вот. Сволочь, ну давай так, хорошо. Сейчас, подожди. Погоди, бабуля. Вот. 666 отняли. По-моему, блин, 667 очков жизни или что-то там. Давай-ка откроем. Ну, особо ни к чему, продадим просто. Продадим эту вещь, идем дальше. К этому домику прогуляемся. Сделаем серию подлиннее. Бежим, летим. Вот она, да, это угорелая. Ну где ж ты, вот ты. Давай. Вот и все. Каюк. Каюк наступил. Так, надо немножко подлечиться чем-нибудь. Что-то нужно выпить обязательно. Ну-ка. Вот. Отлично. Закусь. Куда ж ты, гад, ты лезешь? Ну вот тебе прямо по башне. Что, больно было, да? Хоть бы что, бежит все равно меня. Вот сволочь какая. Ну ладно. Так, иначе убили.
Бежим дальше к этому домику. Давайте-ка заодно найдем алкоголь. Пригодится. Отлично. Денежки возьмем. Ух ты, прям 2200. Собирали. Еще даже неплохо. И продолжаем наш путь к этому домику. Заброшенному. Извини, мужик. Так. И убили. Убили человека, даже не моргнув глазом. Идем дальше. Ух ты. Ты куда здесь собралась, бабушка? Не очень-то. Следующее. Просто все отрезаем, прямо руки, ноги. Какая ужасная игра, кровавая. А это что? Что с собой, мужик? Бродяга. Так, он тебе поможет. Ух ты, сикачом на меня полез. Ты на кого, понимаешь, сикач-то поднял? Вот, отличненько. Замечательный прям топор, мощный. Не связывайся со мной. Да, мощный, прочный. Всех убиваем. Я... Держимся дальше, аккуратно. Еще, ребята. Подошли. Ты смотри, какая там. Кинул бы ж меня. Вот куда? Ну что ж это? Ну? Что же это такое? Когда ты уже умрешь? Ну? Отлично. Погода тем временем поменялась, и вот мы уже почти подошли к этому домику. Отлично, идем, ну-ка. Подкрепимся немножко. Еще чуточек. Мужик отдыхает, думает, что мы его не видим. Мы тебя заметили. Вот так, вот и все. Полная зачистка района, называется. Ой, ну что, вот тебя, вот так вот прямо по голове. Что же это такое? Видите, вот почему он не рубит вот так вот? Почему он именно бьет на такой дистанции? Очень неудобно из-за этого, конечно же. Кто тут? А, во. Вот ты где. Так, ну что ж, заходим в дом. Вот мы уже до него дошли. Давайте зайдем. Поищем брата Квана. Так, вот и мы. Ну и где ж тут? Где же кто тут находится? Вот, человеки. Ты смотри, что это. Жми ты на мышку. Все. Убили. Отлично. А, понятно. Ну, давайте теперь здесь проверим кое-что. Потом уже пойдем дальше. Вот так, да, моментально. О, да, бабуля. Да. Тетенька. Дама. Вот и все. Руку отрубили. Ужасным прямо способом. Хотя, в принципе, руку отрубить это уже будет ужасно. Так, любым способом. Так, смотрим, что у нас тут. Вот. Алкоголь нашли. Так, откроем, посмотрим. Шампанское нашли. Движемся дальше. Так, что здесь? Вот ребята отдыхают. Видимо, друзья бывшие Квана. Куда ты? Ну что, блин? Что? Почему же он по себе не попал? Что это делать? Что это такое? Что это такое, ребят? Ну куда он? Почему было не попасть, вообще непонятно. Не достать почему-то было до человека. Этим серпом. Очень странно. Ну, так или иначе, мы их тоже убили. Давайте глянем, что у нас тут. Вот. ID нашли персональный. Еще алкоголь. Давай откроем. Что у нас тут? Денежки у нас тут. Отлично. Ну и вот он, товарищ брат. Брат Квана. Да. Товарищ брат Кван.
Отлично. Ух ты, смотри-ка, я думал, он в зомбаря превратится, а нет, он нормально, похоже. Я слышу их. Что с ними случилось? Чё? Пожалуйста, Кван все еще жив. О боже, я был уверен, что он мертв. Ты отведешь меня к нему? А, ну да, точно, мы же должны еще и отвезти его. Подожди, мужик, куда же убегаешь-то? Что у нас тут? Надо же посмотреть, что у нас тут. А ты уже убежал куда-то. Алкоголь. Проводим обязательно, не боитесь, ребятки. Кван никуда не денется. Так, тут мы не залезем. Значит, чё? Никуда не убежит далеко. Все будет нормуль. Так, что-то ничего не вижу. Вроде ничего больше любопытного тут нет. Всякие фрукты. Закусочки. И все. Ну что, вот такое жилище. В принципе, такое вот. И телевизор есть, и холодильник есть, и ящик есть. Все, в принципе, есть. Так, ну, выходим. Выходим из домика. Ух ты, ё-моё, сразу налетели на меня из дома, вышел только прямо. Налетели гады, а этот уже убежал. Этот уже убежал куда-то. Ух ты, смотри. Сволочи проклятые, а? Куда-то мужик, он мог разобрался там. Всех убьем, все равно. Движемся дальше. Мужик по-прежнему здесь валяется. Снова пришел. И снова валяется, да. Вот, ребята, тут. Что, специально что-то сговорились, прям цепляться ко мне, ну? Отлично. Ну а где же это? Неужели там? Неужели они уезжают-то? Смотри, за что делается-то, ну? Ну, ребята. Где там кто вообще? Свалили? Отлично, да, следующий. Как-то палки, по-моему, не особо уже убиваем нормально. Мы должны держаться вместе. Да, я понимаю, мужик, но так ты сам-то вперед особо не беги. Чтобы на тебя прям не налетели эти монстрики-то. Надо идти дальше. Так, продолжаем снова запись. Момент я некоторый вырезал, потому что там такая была тупость просто. Такой просто бред. Поэтому мы его убрали. Так, ну вот так вообще, ребят. Честно говоря, уже надоели. На, мужик. Открывайся. Смотри, еще не умер. Еще он, гад, не умер. Он, да. Он, да, ты летишь. Он, да, да. Вот. Вот тебе. Вот. Получи. Вот так, отличненько. Вот и все. Давай уже умирай, давай. Ну что ж ты? Давай уже умирай, мужик. Вот. Все, умер. Отлично. Какой-то прям мощнецкий, видимо, был. Не горел, почему-то нормально. Бежу. Пошли. О, так мы же спасибо, ты подошли, нормально. Вот мы уже и добрались с этим Чо. Мы должны держаться вместе. Да, до этого Квана. Отлично. Вот и мы. Пошли. Кван! Вот. Слава богу! Я думал, ты умер! Братишка! Я так беспокоился! Спасибо! Спасибо за то, что спасли его! Вот, получили мы денежки. Нашли что? Отличненько. Ну, держи, мужик, на тебе алкоголь. Вот, 5 штучек. Вот. Эти твари у нас теперь будут факелами гореть! Отлично, замечательно. Ну, получили мы молотов. Если что, попозже можем тоже снова получить этот молотов, но, в принципе, зачем, когда мы можем его и сами сделать вот именно тут. Да. Ну что же, ребят, давайте вот на этом моменте закончим эту серию и продолжим следующий. С вами, как обычно, был... Люблю сюрпризы. Да, сюрприз. С вами был Синеман, или просто Виктор. Не забывайте про ваш лайк, комментируйте и, конечно, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока, всего вам хорошего. Увидимся в следующей серии. Увидимся именно там, бабуля. Вот так вот. Всем пока.